Всем привет, ребята! Вы на канале Денплей. И сегодня мы с вами будем зарабатывать кучу робуксов. Очень много робуксов. В игре Roblox. Вот такой вот нубик я, да. Буду сегодня зарабатывать робуксы в игре. В популярной игре Roblox, да. Вот давайте посмотрим. Популяр, давай. Вот, робукс после джейлбрейка. Робукс. Неужели мы здесь получим бесплатные робуксы? Да, это, конечно, ребята, фейк. И если вы сейчас хотите заходить в эту игру, отвечаю, не заходите. Создавайте новый аккаунт, а потом заходите. Потому что эта игра сможет отобрать ваш аккаунт и забрать все робуксы с вашего аккаунта. Мне этот аккаунт не жалко, потому что я создал его только что вот 5 минут назад. Ну, там, или 2 минуты назад, неважно. Так что, ребята, не заходите в эту игру с ваших аккаунтов, потому что вы все достижения, вы все потеряете. Не заходите в эту игру. Не ведитесь на это барахло, не надо. Ни в коем случае не заходите сюда, потому что эта игра не даст вам робуксы, а заберет у вас их, если они у вас есть. Заберет полностью вашего персонажа, полностью аккаунт. Так что, ребята, будьте осторожными. Сегодня я протестирую, что здесь будет, что это за игра. Да, посмотрим давайте на это. Посмотрим, что вообще нам эта игра покажет. Давайте нажмем кнопочку play, что нельзя делать. Потому что, ну, я создал новый аккаунт, мне-то не жалко потерять его. Потому что у меня там, аккаунт Денплея мой основной, он, ну, конечно, в хорошем состоянии. Так, вот, давай посмотрим. Вау, робуксы, а кто на сервере играет? Со мной играют реальные люди. А ну сейчас, тихо, давайте выйдем сначала. И посмотрим, кто у нас на сервере играет. Что тут за стор можно купить? Ничего нельзя купить. About. VIP Service. Ну, короче. Нету ни... Ну, короче, все понятно тут. А сервере кто? Кто вы такие? Пацаны, вы кто? Это кто такие? Кто это такие за пацаны? Это персонажи, которые на одно лицо. Все персонажи на одно лицо в эту игру играют. Это, ребята, роботы. Эту игру делают популярную, для того, чтобы она высвечивалась у вас на экранах первая, после джейлбрейка или до джейлбрейка. Ну, нашей с вами любимой игры. Так что никогда не ведитесь на вот такие вот... А какой у тебя ник, пацан? А ну покажи. Они даже не высвечиваются, потому что это боты, это роботы, которые просто созданы для того, чтобы, типа, персонажи, люди в эту игру играют, а на самом деле нет. Здесь играют только... Редко, может, какие-то люди играют. Вот, например, какой-то нубик такой, как я, лишь решил проверить эту игру. Или этот нубик, возможно, хочет робуксы получить. Да, этот нубик, возможно, хочет робуксы получить, но он ничего не получит. Потому что робуксы только за реальные деньги. Вот и все. Бесплатных робуксов не существует. Вы этого понимаете? Вам, если там даже существует, ну что? Ага, ну хорошо, давай на другой. Тогда давай еще разок. Что-то вообще не зашло у меня в эту игру. Ребята, вы представляете? Вы видели только что, что у меня в эту игру не зашло. Эту игру удалили только что. Это удаление, да, игры? Это удалили игру. Это удаление игры, посмотрите. Ее больше нету, я не могу в нее играть. Я не могу в нее играть, почему? Почему, скажете вы? Place country under review. Try again later. Она скоро появится в другое время. Она только что пропала. А ну-ка, давайте введем сейчас. Давайте введем Robux. Ну, я не знаю. Давайте проверим сейчас. Мне все равно не страшно этот аккаунт потерять. Вот, давай. Вот так вот. In games. Посмотрим. О, Robux. Есть free. Free Robux. Давайте напишем, ну я не знаю, или найдет, но мне кажется, нет. Я не знаю, ну короче, давайте проверим еще разок. Так, free robux, давай, robux, так, все.
Ой, что-то я написал криво, ну окей, ничего страшного. Где робокса получить? А? Вот так. Фри робокс, находи. Ты чё? Ну, ребята, я вам скажу. Я хотел... Вы видели, как у меня в эту игру... А давайте тут зайдем, например. Вот, зайдем давайте сюда. О, робокс. А, нет, это не то совсем. Сейчас. Давайте, например... Ну, это тайконы всякие. А вот робокс. Что это такое? А давайте зайдем для прикола. Я хочу просто зайти. Робокс. Робокс. Сробоксы какие-то. Давайте зайдем, посмотрим. Джонс, робокс. Вот так вот. Бай, ай. Нортон, ну, какую-то игру сделал. Типа, чтобы заводились на эту игру. На моих глазах эта игра стала недоступна. Как? Я хотел зайти в эту игру, проверил интернет. Я думал, что у меня что-то с интернетом не то случилось. Ну, что у меня не заходит в эту игру. Нет, перезагрузил интернет. Все, а потом вижу уже. Да зачем? Что ты мне... где моя мышка? Вот. И что? И что-то у меня эта ерунда не закрывается совсем. А тут мышки нету, тут курсора в этой игре нету. Понимаете? Вот, курсор мышки. Он у меня не заходит в эту игру, потому что здесь в игре... О, вот, зашло, давай. Ага, здесь в игре нету курсора мышки, понимаете? Я здесь единый на сервере. Короче, выходим отсюда. Ребята, не ведитесь на такие игры, где можно получить бесплатные робоксы. Я не буду вам показывать. О, робокс. Ну, это то же самое, я так понимаю. Не заходите в такие игры. Не надо обманывать людей, потому что есть такие ютуберы, которые обманывают людей. И типа они получили робоксы, много робоксов получили эти люди. Это же капец, как много робоксов они получили. Да, бесплатно. Доллар не вложили даже в эту игру. И они получили кучу робоксов. Да, еще говорят, что есть дурачки, которые покупают робоксы за реальные деньги. Ага, пускай они потом... Я проверял такие способы, они, конечно же, не работают. Я получал робоксы, и потом я вышел из игры, зашел, и они исчезли. Ну, когда я верил, что можно получить бесплатные робоксы. Это еще когда я начинал в Роблокс играть. Я думаю, блин, как покупать робоксы? Можно бесплатно, может, их получить? Ввожу в Ютубе. Ничего себе, бесплатные робоксы получить можно. Капец. То я начал эти способы проверять. Ну, и потом все получилось так, в общем-то. Я купил робоксы. А, у меня что-то 0 робоксов. У меня там на том аккаунте у меня есть робоксы, там чуть-чуть. Ну, ребята, не ведитесь на такие игры, потому что если бы эту игру не удалили, то я бы в нее, конечно же, сейчас попробовал бы зайти. А ну еще раз зайдем, может восстановить. Нет, видите, этой игры нету. Этой игры просто-напросто нету. Посмотрите. Этой игры нету, она пропала. Но нету серверов, ничего нету, ничего. Полностью отключена игра, отключена. А я хотел только что в нее зайти. Не, вы видели, как получилось? Я зашел в эту игру, а потом я же хотел посмотреть, кто-то на сервере вообще играет? Кто в эту игру играет на серверах? Я зашел, посмотрел, потом я уже вхожу в игру, у меня красненькая табличка выскакивает, что нет, уже что-то там случилось. Я поставил паузу перед, ну, видеоролика. Пошел перезагрузить интернет, и все получилось так. Все, ребята, ставьте лайки, не ведитесь никогда на такие игры, никогда не нужно играть в такие игры, никого не слушайте, кто говорит, что можно заработать бесплатные робоксы. Да, может, как-то их можно заработать, можно их продавать, одежду там создавать, можно там свои игры делать, там как-то это, но это нужно... быть супер каким-то пупер героем, да. Ну все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Все, ребята, всем удачи. Не ведитесь никогда на эти игры, потому что вы можете потерять свои робуксы, если они у вас есть, и потерять свои аккаунты. Все, ребята, всем пока.